Сегодня мы будем готовить вкусные блюда. Да, это у нас ресторан. Мы играем сегодня в ресторан. Давайте вместе с нами. Давайте. Ну что, повар Настюшек, рассказывайте, что у вас сегодня есть на столе. Давай, я буду показывать нашим друзьям. У нас, значит, есть вот такая большая тарелка с овощами. Здесь у нас перчик болгарский, помидоры, желтый перчик, огурцы, листья салата, еще помидоры, еще желтый перчик. Ну что, давай, начинай крышить салат. У нас уже, я смотрю, гости появились. Да? Да. Кто у тебя в гостях? Собачка-подружка. Собачка-подружка. Здорово. Вот. У меня есть вот такая девочка. Мы будем крышить чаячек. То есть вот тут, вот перед миской крыши, вот тут. Да. Настюша в такую вот посудинку. Накрышила уже огурчики. Так, крыши огурчики. Также у нас есть овощи. Картошка. Баклажаны. Такие баклажаны. И морковка. Смотрите, какая у нас морковка. Вот. Так. А еще у нас есть фрукты. Это у нас виноград, клубника. Это перчик у тебя. Конечно, в салат крышим огурцы, перец. Это у нас зеленое яблоко. Вот такие вот вкусные бананы. Вот какой банан. Да, конечно, это оранжевый перчик. Что у нас здесь еще есть? Желтое яблочко есть. Да, и желтый перчик крыши. Еще у нас есть зеленое яблочко. И также у нас есть арбуз. Вот такой вот пузатый арбуз полосатый. Так, фрукты, овощи. Вот такой вот у нас есть сыр. Это будем что-то запекать с ним, да? Еще у нас есть вот такая вот рыбка. Форелька наша. Все это мы, конечно, налепили с пластилина Play-Doh. Нам помог в этом пластилин Play-Doh. Так, еще у нас есть тарелка нарезки. Это у нас что? Колбаса. Ой. Так, это у нас колбаса. Какая у нас колбаса? Московская. Московская у нас колбаска, зеленый лук и еще вот такие вот кусочки сыра. Вот он тут так с дырочками, такими ямочками. Так, и все это мы сделали. Давай на стол поставим, да? Да. Ого, уже такой большой салат, такая большая тарелка. Друзья, и нам в этом, то, что мы лепили, нам помог вот такой вот большой набор. Junior Artist from 3 years. От 3 лет. Тут можно лепить, тут есть все. Вот. А вот, кстати, и сыр, то, что мы делали, и рыба, и вот тут всякие формочки разные есть. Сейчас я вам покажу.
Ты уже будешь варить суп? Да. Давай, может, нашим гостям подадим уже салат? Давай. Да? Давай, мы им поставили вот колбаску с сыром, да? Ой, вот такие большие порции! Ого! Ой, как все вкусно! Настюшенька, а какой ты суп варишь? Гречневый. Гречневый будешь варить суп, да? Да. Рассказывай, как ты будешь варить суп. Ты крышишь картошку, так? Да. Угу. А где это все картошка? Все, картошка закончилась. Теперь надо брать морковку. Морковку крышить. Морковка, так. Крош очень обожает морковку. Да, крош очень любит морковку. Еще любит кролики, зайчики, да? Кто еще любит морковку? Ты любишь морковку? Да, она очень вкусная и полезная. И полезная, да? Да. Отлично. Так, накрышили мы картошку, морковь. Что еще будешь добавлять в суп? Вот еще. Еще морковь, да? Давай. Может, зажарку? Одну морковочку на зажарочку оставим? Баклажан. Баклажанчик можешь один покрышить. Ставим теперь это все на огонь, на нашу плиту. Так, включаем. Она так булькает, классно. Так, суп наш варится. Что будем еще готовить? Может, рыбку? Рыбку поджарим? Давай, вот тебе просто ложи рыбку в сковородку. Да. Просто рыбку, да, в сковородку. Ложи еще одну рыбку, наверное. Готов. Супчик готов? Да. Так, отлично. Давай угощать наших гостей. Да. Солнышко так. В ресторане не подают кастрюлю на стол. Надо что? Рассыпать по тарелкам, да? Давай рыбку уложи на сковородку и ставь на огонь. Будем жарить. Ой, Настюша, да, давай. Это так вкусно пахнет. Давай будем жарить рыбу. Она так шкварчит и аппетитно выглядит, друзья. Я пойду посмотрю. Ай, как пахнет. Готово, уже рыба готова. Вот сюда. Я уже ее хочу попробовать, хочу попробовать. Ой, спасибо. Давай переложим овощи сюда. Давай, подавай друзьям нашим рыбку, гостям. Ты рыбку положила прямо на стол. Кажется, у него глаз отвалился. Ой!
Рыба наша пожарена, подавайте ее на стол. А куда супчик? Ой, какая рыба! А куда супчик? Куда супчик? Тут супчик на плиту ставь. Друзья, вы знаете, я в этом ресторане сегодня впервые, и здесь так очень вкусно готовят, я просто в восторге! Я даже привела сюда свою подружку, мы решили прийти вместе и попробовать. Повар Настюша замечательно готовит. Приходите сюда еще, тут готовят очень вкусно и даже много. А еще что-то готовить? А куколки у нас вот такие вот откуда? Такие красотки. Да, и вальбами, и шмоя. Да, мы когда отдыхали в Хорватии на море, мы купили вот такие вот замечательные куколки. Их у нас две, и они подружки. У них замечательные шляпки. У них замечательные наряды. И вот это едет. Да, это ж брынзочка в салате. Ой, Настюша, ты так много всего готовишь. Это что? Что ты делаешь? Режешь лук? Да. А зачем лук? Класс. Зачем? Расскажи нам. Потому что недавно... Давайте послушаем, это очень важно. Лук — это очень большая рыба, чтобы было вкуснее. Вот, чтобы было вкуснее. Так, а что еще у тебя в салате? Помидоры. Да. Друзья, записывайте рецепт от шеф-повара Настюшек. Салат? Как салат называется? Ой, как называется салат? А, как называется салат? Греческий. Записывайте. Или запоминайте, а можете даже сразу готовить. Давай, Настюша, рассказывай рецепт. Значит так, крышим. Значит, что там? Ой, что там? В общем, друзья, записывайте рецепт. Значит, ингредиенты. У нас идет для греческого салата помидоры. Вуф. Что там? Огурцы. Вуф. Перец сладкий. Зелень. О, что еще? Что еще идет? Лук. Вот. Вуф, вуф. Лук идет. Что еще идет у нас в салат? Идет салат. Бананы. Нет. А, подсолнечное масло и брынзочка. Вот. Давай покажем нашим друзьям, какой Настюша приготовила салат. Вот такой замечательный салат греческий у нас получился. Огурцы, перец. Ой, что это? Что это? Что это? Это... Брынза. Это брынза. В общем, вот такой вот классный получился у нас салат. Так, подаем нашим друзьям. Супер-мега... Порция салата у нас вышла. О, Настюшка, у твоих гостей пустые тарелки. Это что значит? Это значит, это было очень вкусно. Вуф-вуф-вуф. Так, что это тут? Что-то вкусно пахнет, кажется. Это курочка. Ты будешь готовить курочку? Ложи ее в сковородку или в тарелку, да? Давай в тарелку и в духовку.
заложим курочку, друзья. Сейчас будем запекать курочку. Настюша, а ты ее чем-то смазывала? Да. Так, наверное, там идет соль, перец, да? Соль, перец. Воп-воп. И что? Майонезом намазала? Майонезом мазала? Да. Да? Ай, банучка. Ой. Так. Ух ты, как наша курочка готовится. Какая у тебя замечательная плита. Ой, она же пахнет. Воп-воп-воп-воп. Я ее уже хочу попробовать. А, это же для наших гостей курочка. А, надо мне косточки достаться. Воп-воп-воп. Что, она не пикает? Можно доставать, уже можно доставать. Курочка готова. Ух ты. Покажи нашим друзьям, какая курочка получилась. Мне кажется, она убежала. Выходить не хочет. Ух ты, какая замечательная курочка. Я уже не могу есть, я уже так объелась, но она такая вкусная, ароматная, давай будем кушать. Вот такая замечательная курочка. А давай мы еще для наших гостей сварим борщ. Ла! У меня получилось. Включай, солнышко. Что с нашей плитой? Ой, что с нашей плитой? Она что, уже устала? Воп-воп! Я хочу готовить. Я хочу готовить. Друзья, кажется, уже наш борщик готов. Так вкусно пахнет. Настюша, давай уже открывай крышку. Что там? Показывай нам. Воп-воп-воп! Ух ты! Борщ сварился! Дай покажу. Ну... Кажется, борщ убегает. Ну, Сонечку. Вот такой. Ой, кажется, он уже выливается. Кто? Кому борща? Кому борща? Кому борща? Ой-ой-ой! Борщ! Кажется, он живой! У нас живой борщ! Ой! Веселая кухня у нас сегодня! Живой борщик. Интересно, а настоящие повара тоже так балуются? Кажется, сало у нас тут в борще. Борщ с салом. А я в детстве никогда не любила есть борщ с салом. А я любила. Борщ с колбасой. Плюхкается наш борщ. Ну давай уже наливай нашим гостям. А где тарелочка? Ой, кажется, был... Ладно. Кажется, был очень вкусно. Вот какое.
девочка. Кушай, девочка. Так, ну, так, давайте посмотрим, что у вас... Так, что это за борщ такой? Ой, что это? Ой, что нам подали? Он шевелится. Борщ шевелится. Борщ ел. Фу, я не хочу этот борщ кушать. А я хочу. Ладно, а мне, пожалуйста, сделайте мне, а вы готовите яичницу с беконом? Беконом? Да. Готовим. А где колодка? Где колодка? Где колодка? Вот там, может, стоит? Где твоя сковородка? А вот же она стоит, Дося, возле стула у девочек. Так, готовим яичницу, да? Да. Вот это девочка, я будем вот это. Да. Гостья не захотела кушать борщик, она попросила. Ой, что у нас жарится? Ты что, можно обжечься? Ручками нельзя на конфорке. Давай, где твои яйца? Так, жарится. Борщ убежал. Борщ убежал. Дося, положи его в куда-нибудь. Уже готова яичница, можно подавать. Ты будешь в миске подавать? В тарелочку выкладывай. Покажи, что ты приготовила. Не буду. Кастрюля такая смешная. Друзья, кажется, вуф-вуф, нашим друзьям все очень понравилось. Ставьте лайк, вуф-вуф. Ставьте, поиграйте на мой канал, на связи. Всем пока. Пока, друзья. Я моюсь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Настюшек. Пока.